дети, рассказывать, потому что и об этой личности рассказать, и о том времени, и показать эту музыку совершенно замечательную. И так на базе песен Клавдии Ивановны Шульженко родился этот спектакль. Я с большим удовольствием несколько лет подряд участвовала в подготовке 9-го, праздновать 9 мая для ветеранов. И ко мне потом подходили ветераны и говорили, что действительно ты вот как-то уловила стиль Клавдии Ивановны и чувствуешь ее песни, мы как будто попали в ту эпоху. Ты поешь так, как будто бы вот она пела. И это было настолько эмоционально. Она как бы прожила жизнь Шульженко за этот час с небольшим. Сегодня для меня раскрылся ее яркий талант как сценариста, потому что то, что она написала, это просто непередаваемо. Николай Николаевич говорит, ну, спойте нам что-нибудь. Мы попросим Дуню вам саккомпанировать. Конечно, я подумала, что Дуня – это пианистка, девушка. А оказалось, что за роялем симпатичный, приветливый молодой человек. Исаак Дунаевский! Будущий самый знаменитый композитор Советского Союза. Эта программа была построена именно как моноспектакль, в котором слушатели должны узнать какие-то очень интересные моменты из биографии Клавдии Шульженко. Поэтому для меня очень много было нового, конечно. Тут пришла война буржуазная, обнищал, обозлился народ. Нахлынули те эмоции тех времен, сколько, какое время прошло, то есть революция, Великая Отечественная война, восстановление после войны. То есть немного даже почувствовал себя в разных эпохах. Конечно, кульминация спектакля, когда были разговоры и песни о военных днях, то есть просто это ком в горле, нельзя было это спокойно слушать. Те, кто прошел войну, часто не любят вспоминать и рассказывать о том страшном времени. Это трудно и больно вспоминать, а забывать нельзя. Ночные поезда у полустанка напомнили сожженные мосты. И медленное танго откуда-то плывет из темноты. И чудится туманное, как в дымке, лицо твое склоненное ко мне. И кружится, и кружится, и кружится.
конечно, она замечательная певица. Она замечательный человек. Но сегодня она проявилась как супер, я бы сказал, драматическая актриса и, конечно, как сценарист. Я не знаю, я обожаю Шульженко, но я не знаю, кого сегодня больше любила. Или Шульженко, или вот этот спектакль в исполнении, считают очень талантливый. И должны его увидеть люди. Много таких новых аспектов и моментов из ее жизни для меня были открыты сегодня. Вот, и песни многие прозвучали впервые. Петь, танцевать, и в особенности во время вальса, мне прям захотелось вальсировать, честно говоря. Каждое произведение – это маленький спектакль. Просто это наша история. Там очень много было интересного. Действительно, такая страна была впервые в мире, они пели песни, которые были впервые в мире. Это не мы заглядываем в прошлое, это прошлое с его вопросами, на которые ответы до сих пор не найдены, оно стучится к нам. Но как вы можете гореть? Когда уж можно.